Приветушки, 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 приветушки! Привет! Привет! Ну как ты там? Ну как ты там, а? Как у тебя там дела с пельменями? Пельмени-то, а? Пельмени, а лайк княжеский, а подписочка, дружище, все хорошо? Все замечательно, нормально все? Отлично, ну усаживайся, усаживайся поудобнее, дружище, чтоб тебе удобно было, чтоб с кайфом смотрел, чтоб все хорошо было. Погода за окном какая, у меня хорошая, надеюсь, у тебя тоже солнышко светит, подмышки потеют, жарко, хорошо. Офигительно, вот, ладно, у нас сегодня роллинг на моем аккаунте, нет, это не мой аккаунт, это аккаунт моего сагильдийца Вадима Паровозик, вот такой вот мужик, короче, ребзя, просто за паровозиком можно лайк поставить, роллинг у нас будет интересно, у нас еще сегодня пыль, может быть, ништяки, ой, да, еще, ох ты, ёб твою, ох ты, ёб, воу, полегче, но! Перед этим всем, друзья, хотелось бы помочь очень хорошей гильдии. Гильдия, которая, между прочим, находится в топе. А это гильдия топ-12 под названием, друзья, Лукоморье. Ребятушки, Лукоморье. Вот, что нужно сделать? Ребзя, смотрите, гильдия Лукоморье. Топ-12 сервера приглашает в свои ряды БГшников, БЗшников и азартных поклонников локации Нарсия с силой. Аккаунтов минимум 600 тысяч силы. Форты в 12.00. Пропуск битвы гильдии карается киком. Ну и обращаться, соответственно, ребятушки, в Телеграм. У вас это все на экране. Атака фортов в 12.00. Так что, ребятушки, нужна хорошая гильдия, дружная, с классным коллективом. Ёптую, топ-12, Лукоморье. Заходим от 600 тысяч силы. Нужны бойцы, друзья. После битвы гильдии освободятся места, так что все будет замечательно. Ну а мы полетели. Мы, ребята, мы полетели. Ребятушки, что у нас тут надо на аккаунте? На аккаунте нужны повторки нового героя. Кстати говоря, я еще ни разу его не выбивал. Вот. А, и фанатика будем сегодня дособирать, да? Смотри, потому что тут вроде как бы все герои-то есть, но нужны повторочки. А, тритона нету, ай-яй-яй-яй-яй, какой позор. Так, тритона нету и вроде понятно, динамо нету. Но есть демон-охотник, и будем сегодня пытаться выбить демона-охотника. Давайте потратим половину самоцветов, потом пойдем посмотрим, что происходит там в парящем острове. Будем заниматься вещами, делать деньги. Ну, нет, это лайк-то княжеский поставь. Так, 90 тысяч самоцветов полетели. Люди делают деньги, деньги делают людей. Фараон. Кстати говоря, я еще оккультист. Триант. Я еще, кстати говоря, ребята, еще ни разу не выбивал. Не выбивал, не выбивал нового героя. Но, как вы знаете, сейчас повторки всем нужны. Без повторок никуда. Атлантикор, циклоп, кристаллический эктоплазм, душегуб, студенистый рыцарь, панда-разрушитель, фея, королева змей, циклоп, шаман, оборотень, купидон, махатма, оборотень, фобос. Давай, ну слушай, походу, что-то мне подсказывает, друзья. Я не знаю, что, но высшие силы с небес мне закидывают информацию через правое... О! Мисс Магия! Ну, она падает как дерьмо, вы помните. Ну, хотя, знаешь, на некоторых аккаунтах пытался выбить, не получалось, к сожалению. Мне вот через правое ухо, не левое, ребята, что очень важно, закидывает космос информацию, что, походу, на нового этого героя, да, эпика... Шанс-то пониженный, ведьма, леди Лео. Ну, потому что, ну, как бы эпик должен теоретически падать реже, вот, чем остальные герои. Но с другой стороны, IGG свиньи, ну, как бы этих-то повторок нужно убер много, и было бы логично, если бы, конечно, эти новые эпики падали бы часто. Ну, короче, ребят, ну, вы сами все понимаете, не дети, что я вам буду объяснять. Ребята, Бог Грома, Дед Мороз, я надеюсь, ну, хоть две повторки. Сейчас бы одного этого героя нового выбить, да, повторку сраную несчастную. А я тут такой, две, а да, чё мелочиться, давай сразу три, Атлантикор.
Ну, как бы вы видите, да, я уже 45 тысяч самоцветов, по сути, потратил. Рыцарь Мисс Магия вторая даже выпала, да, вот это вот Хранитель Суккуб, это я вам рассказывал. Если выпадает какой-то герой, то он обязательно выпадет второй раз. Кстати, если выпадет этот эпик, может быть, он и второй раз выпадет, но главное, чтобы он вообще выпал. Идем, знаете, идем довыбивать фанатика. Сколько тут надо осколков? Сколько у нас тут фанатика? Так, демон-охотник. Фанатик. 161 осколок. Нам надо 39 осколков. Событие. Парящий остров. Давай, заходим сюда. 1500 пыльцы. Ну, давай это. Ну, что там? Да. Я возьму себе, передвину вот сюда. Так, вот. Ой, у меня все двигаться. Ай, двигаться все. Ай, ай. Так, давай, полетели, фанатик. Он уже падает вообще. Он тут, да. По 5 осколков его может упасть. Ну, давай. Сколько там нам? 20 осколков надо было, да? Или 40? О, один раз упал, отлично. Один раз упал. Ой, блин, один раз упал. Еще раз упал, 10 осколков точно есть. Слушай, может, даст бог, мы соберем 15 осколков есть. 15 осколков, друзья. 15. Еще! Так, 20, 25 осколков. Блин, должны были собрать. Должны были собрать, ребята. Или что-то я там запутался, сколько там вообще надо было. Там 40 надо было. Ёлки-палки, мне еще даже кто-то пишет. Короче, еще 14 осколков. Жестко! Жестко-то как? Парящий остров. Перейти еще 220. А, ну слушай, если мы за третье выбили. Тут сколько? Осколков 25-20, то должны, по идее, еще выбить. Давай. 5 есть. Так, давай, давай, дружище. Давай, парящий остров, я в тебя верю. Я в тебя верю, мой любимый друг. Так, давай. Еще выпало. Давай, давай, еще нам надо. Нужно больше, больше фанатика. Больше, больше фанатика надо. Нет, что-то не выпадает. Что-то не выпадает, друзья. Давай еще. Так, ничего. Дожди. Ну, еще не собрали, да? Так, еще один раз надо, чтобы выпало. Если он сейчас не выпадет, я охренею. Я так охренею. Так, ну, по идее, у нас еще попыток много. Давай, давай. Один раз фанатика, дружище. Один раз не Анубис, давай. Фанатик, фанатик, фанатик. Это же рандом, он подкрученный. Вы же сами знаете, как это все происходит. Вот смотри, сколько уже попыток. Вот, он выпал, еще выпал. Отлично, нормально, можно ускоряться. Фух, я уже думал, все, IGG кинет, типа, блин. Меня просто как лоха разведут последнего. И как бы все, понимаете? И думал, ну все, типа, ну как бы, да, блядь, приехали. Так, ну и все остальное, давай просто доравливаем. Парящий остров. Последние попыточки. Да, нормально, фанатик. Фанатик падает. Вот бы мне сейчас тоже этого. Парящий, вот бы мне на аккаунт пыли. Было бы хорошо, друзья. Было бы замечательно. Давай еще события. Парящий остров. Давай, 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 не останавливаемся. Давай это идем. Но у меня пыли, к сожалению, нету. У меня пыли, к сожалению, нету. Она, падла, дорогая. Сами все понимаете, сами все знаете. Не дети, что мне я вам буду. Что я вам буду объяснять-то, а? Ништяков нормально набрали. Давай, откроем все. Не, стой, подожди, давай расчехлим-то. Расчехлим бойца. О, демона-охотника тоже где-то осколков 50 с плюсом поймали. Динамо, смотри, уже 110 осколков. Так, обмен, обменять осколки, да. Все, фанатик приходит на аккаунт, герой. Герой! Герой! Фанатик есть на аккаунте, видите, даже еще две мисс магии выбили. Так, ну, слушай, у нас тут целая куча, ёпта, целая куча у нас тут ништяков. Господи, нам открывать их, наверное, полчаса, ну, ребята. Паладин! Ой, карта пожертвования героя, не буду ее тратить. Ух, когда-то были времена, когда это были, ну, не то чтобы, наверное, супер крутые карточки, но они были крутыми, и мы там даже высчитывали статистику, сколько там выгодно их покупать, невыгодно, сколько оттуда падает, окупаются ли они или не окупаются, сколько оттуда падает героев и так далее, да? Вот, дальше. Тут у нас что?
тут у нас вот такая вот ситуация. Открываем. Открываем, друзья. Так, давай. Это мы тоже открываем. Замечательно. Давай, это мы тоже открываем. Ну-ка. Ну-ка. Е-бой. Так, тут у нас, по сути, все ерунда. Эти 508... Давай, я тебя не буду открывать. Тут эмблем, да, это такое, чтобы сильно не затягивать. Самое интересненькое для вас, ребята, открою. А дальше, тут у нас что? Мешок с эмблемой Prime 9 уровня. Давай тоже это все откроем, расчехлим. Не будем останавливаться. Дальше. А, набор почтения. Так, это мы откроем. Тут у нас скины. Это мы не трогаем. Тут у нас мифический сундук. О-ля-ля. Так, это мы тоже не трогаем. Это не трогаем. Это мы откроем. Это мы откроем, друзья. Окей, сердцеедка. 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 Так. Окей. Тут у нас... А, тут у нас, по сути, фигня, ребята. И вы пока вот я открываю ништяки, вы можете поставить на паузу видео, написать. Сделать... Так скажем, ставки. Конечно, без призов, да, призов никаких не будет, ребята, они не предусмотрены бюджетом, но, тем не менее, вы можете написать, предположить, получится ли у нас выбить нового, друзья, этого героя, вот, эпического, этого, да, гамадрильного, да, господи, что мне все спамят-то смс-ками? Давай, вот сюда заходим. Есть. Давай сюда залетаем. Воу, 24 карты, между прочим, да? Это вам не шутки. Это вам не шутки. Выпал один полярный лис и ни одной леди божество. Слушай, может быть, реально у полярного лиса шансы -то выпадения побольше будут. Так, дальше не останавливаемся. 31 карточка отсюда выпадет нам мастер-рун. Мастер-рун. Нет, не выпал. Так, тут у нас что? Тут у нас... ага. Ясно, это у нас море-море. Море. Так, не останавливаемся. Тут тоже сейчас все открываем. Ништяки прям просто вот так вот сыпятся на аккаунт. А, летим дальше, друзья. Отлично. Тут тоже мы не останавливаемся. Есть. Тут тоже фигачим. Так, и тут тоже не останавливаемся. Так, тут у нас что, 240. Тут у нас... Окей. Давай. А, ну вот эти вот супер камушки. Да, нахер. Самая, знаете, самая нужная вещь для игроков, да, то, что добавили разработчики. Без этого никуда. Так, ништяки. Сейчас мы их все откроем. Опа, еще самоцветы выпали. Мы их, конечно же, что сделаем? Правильно, пацаны, мы их потратим. А херли, нахера Вадиму самоцветы? Вы бы знали, какие Вадим гифки делает. Ребята, я бы вам показал, но боюсь, YouTube забанит эту красоту невероятнейшую. Понимаете? Дальше, тут мы тоже это все расчехляем. Так, тут сундук защиты. О божечки. Кстати, у меня такие сундуки тоже защиты есть. Только, правда, мне эти осколки лиса, они мне не нужны. Тут у нас что? Осколки зефирика. Тут у нас что? Окей. Тут у нас что? Окей. Так, сундук припасов гильдии. Что я вообще не помню, откуда это. А, это с фортов падает. А, я тут просто давно на фортах не был. Ну что, давай, там уже ништяки-то, пора бы уже и честь знать, закончится восьмая эмблема, вот, так, пошли самоцветы откроем, ёб твою, стой, 21 тысяча, надо Вадиму написать, вот, окей, так, надо Вадиму срочно писать, Я там на складе самый открыл 20к тратить или не тратить. Так,
Слушай, ну у нас тут уже 70 тысяч самоцветов. Короче, что-то это видео становится все интереснее и интереснее. А мы тем временем ждем нового эпик-героя. Там такая красивая анимация, когда он выпадает. Я бы хотел ее увидеть в реальности, друзья. Купидон, ниндзя, Асура. Давай, дружище, давай, Асура. Давай, эпик, приди. Давай, какой там у него ник? То есть этот, ну, повелитель буря. Какой у него, друзья? Название какое? Профессор Риббит? Нет. Скиталец. Господи, где эти новые герои? О, Лису можем обменять. Купидона можем обменять. Динамо. Демон-охотник. Демон-охотник! Ты где ж, падла такая? А, давай. Падай. Что ж ты, ёпта. Давай, падай. Дед Мороз. Королева Гарпии. Ледяной дьявол. Шаман. Тритон. Дриада. Бульдозер. Берсерк. Берсерк. Все, мы выбили демона-охотника. Я, кстати, пока я открывал ништяки, вам, может быть, это, ну, должен выпасть и второй, друзья. Эти оставить. Хорошо, ну, короче, 20 тысяч самоцветов оставляем. Так, ну, если мы выбили одного демона-охотника, должны выбить и второго. То есть, ну, проклятие же должно работать и на эпик-героев. Так, демона-охотника выбили. Слушайте, ну, анимация крутая, да, ребят? Анимация прям мое почтение. Анимация, мое почтение. Фея, давай. Давай еще демон-охотник. Так, тратим еще 20 тысяч самоцветов. Командора. 20 тысяч самоцветов. Тесса. Сноузила. Демон-охотник. Давай еще раз приди, дружище. Вот. Кореш ты мой ненаглядный. Вот. Лапушка ты моя сизоглазая. Вот. Пупсик мой кривоногий. Давай, дружище. 5000 самоцветов у нас осталось. Давай, демон-охотник. Ну где проклятие? Почему не падает второй герой? А, почему не падает второй-то герой? Демон-охотник, давай. Нет, нихера не упал. Слушайте, ну одного выбили. Сейчас, знаешь, будет много типа роллингов. Там типа, бля, выбей мне повторку этого демона-охотника. Вот. Как бы, ну тут-то понятно, ёпта, эти же красавчики, умнички, блядь, придумали, как бабулейск собрать с народа, а? С простого пролетарского народа, а? Ладно, всем пожелаю огромнейшей удачи и всем пока. Лайк не забудь поставить, я прослежу, буду сидеть, вот сейчас опубликую видео и буду следить буду, поставишь ты лайк или не поставишь. Подпишешься или не подпишешься?